Вот, пока больше ничего не могу сказать. Сами вот ждем, блин, говорят, что сейчас деньги должны прийти, короче, надо обновить. Так и ничего не пришло, да? Да нет, конечно, мы ждем, сейчас 11 часов зарплата будет, там должно, короче, прийти сразу за март, и 20 число должно прийти, короче, за апрель. Ну, я в это не верю, честно, не верю. Там потому что уже прокуратура, короче, в бригаде у нас в Буденновске работает за эти деньги, потому что деньги реально не уплачивают людям. Обалденно, как же такое возможно? Я не знаю, они просто дебилы. Я говорю, хотя бы за один месяц выплатили, у людей хотя бы была мотивация здесь остаться. А здесь толком мы. За кого боремся? За кого? Не за кого, блин, вообще. Ну, да. Находимся, хрен пойми где, блин.